Всем добрый день. Как вы видите из нашей презентации, наш с вами семинар называется «Особенности формирования бюджета движения денежных средств при подготовке бюджета». С этим вопросом сталкиваются многие и аналитики, специалисты по управленческому учету, бюджетированию. И, к сожалению, именно здесь больше всего происходит ошибок. Зовут меня Казакова Светлана Васильевна. И почему-то у меня вот презентация тогда уходит вниз, ниже. Ну да ладно. Я думаю, что резюме видели все на сайте. Я до сих пор практикующий специалист, являюсь совладельцем консалтингового агентства. Мы как раз-таки занимаемся как автоматизацией систем бюджетирования, так и построением управленческого учета на предприятиях. Ну, давайте теперь ближе к нашей теме, как говорится, потому что у нас на все про все 40 минут, чтобы успеть поговорить о самом важном. Почему же бюджет движения денежных средств так важен при формировании бюджетов? Ну, ни для кого не секрет. Именно в бюджете, из бюджета движения денежных средств мы с вами видим, а какое количество денег, какой объем денежной массы у нас будет на ту или иную дату. И позволяет нам с вами сформировать наши деньги, запланировать наши денежные потоки. Так вот, казалось бы, ну, подумаешь, ну, ошиблись, не туда запланировали и так далее. Ребят, иногда сталкиваюсь вот из года в год, знаете, с какой ситуацией, что предприятие, являясь прибыльным, на определенную дату, к сожалению, не имеет в наличии денежных средств. Ну, каждое предприятие с этим сталкивается хотя бы однажды. И к чему это приводит? Еще раз подчеркну, предприятие, будучи прибыльным, зарабатывая деньги, причем иногда достаточно прибыльным. Так вот, посмотрите, дефицит денежных средств к чему приходит? На сегодняшний день, предположим, не оказалось у меня, страточку возьмите строчку сразу, не оказалось денег. Это что означает? Я не смогу уплатить налоги. Как только мы не заплатили с вами налоги, ну, рассказывать страшилки не буду, что происходит, тут же у нас и действия по счету приостановят, ну, пени, штрафы и так далее. Если я не могу заплатить зарплату сотрудникам, то кто увольняется первым, если я задержала зарплату лучше. Буквально лучше? Почему? Потому что их давно переманивают, их давно приглашают, и только вот чувство некой ответственности оставляет их у нас. А как только они видят задержку зарплаты, неделя, они задаются вопросом, а так ли все хорошо в компании, в которой я работаю? И они тут же уходят, потому что они востребованы на рынке. А кто готов терпеть задержку в зарплате? Ой, а вдруг я уволюсь и буду зарплату, работу искать, и полгода никуда не устроишься, и кому я нужен? И мы лишаемся вот на части лучших сотрудников, оставаясь, к сожалению, с сотрудниками среднего уровня. А если мы просрочили платежи по кредитам и займам, в любом современном кредитном договоре есть пункт, в котором четко написано, что в случае нарушения заемщиком условий договора кредитная организация имеет право в одностороннем порядке договор расторгнуть и потребовать возврата всей суммы. А мы этот кредит брали на 10 лет, мы рассчитывали постепенно расплачиваться. Где же мы сразу все сдаем? И вот бизнес идет с молотка, прибыльный бизнес. А уж если мы нарушили сроки оплаты по договорам, то, опять же, кого из поставщиков мы потеряем первым? Лучшим тех, чья продукция востребована. Потому что у них стоит очередь по предоплате купить. Нам они давали отсрочки платежа, мы нарушили этот срок. Они говорят, стоп, ребята, мы вам отгрузки приостанавливаем. Будут деньги, будет отгрузка. Дальше по предоплате. Да, а вот те, чья продукция, к сожалению, не пользуется спросом, они как рассуждают, ну, либо на складе будет лежать, либо отгрузим, ну, хоть дебиторка будет, более ликвидный актив, чем запасы. И вот мы оказываемся без лучших сотрудников, без лучших партнеров, поставщиков, будь то сырья, товаров, продукции, в зависимости, опять же, подрядчиков, если мы оказываем работу, услуги. А все почему? Потому что в отдельно взятый момент у нас не оказалось денег, а не оказалось, потому что мы что-то не так спланировали. Поэтому подготовка бюджета, движение денежных средств – очень важный аспект. Ребята в режиме вебинара пишут, что прерывается звук. Это действительно так? Вас сейчас много, 44 человека, и только один человек написал. Ребята, кто-то, кроме Елены, все окей, пишут остальные слушатели. Тогда мы продолжаем. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, все это у нас фактически может поставить наш с вами бизнес на
грань банкротства. Почему? Потому что мы потеряем, говорю, лучших партнеров, лучших сотрудников, и у нас возникают сразу вопросы с кредитными организациями. И в то же время, наоборот, профицит денежных средств, то есть их избыток, давайте сразу так открою, профицит денежных средств приводит к тому, что у нас появляются излишки, которые не работают, не зарабатывают, потому что многие предприятия, боясь оказаться вот без денег, как было написано на предыдущем слайде, они тогда берут дополнительные запасы, берут кредит, да пусть будет, пригодится, а то вдруг без денег будем. И что? Мы попадаем с вами на дополнительные проценты, это наши расходы, мы теряем свою прибыль, мы деньги лежат, не работают, а любые деньги должны работать. Поэтому я считаю, что в наше время своевременное моделирование денежных потоков актуально как никогда. Ведь понимание, а когда у меня будут свободные денежные средства, позволяет мне своевременно подумать, а куда мы их вложим. То ли действительно сейчас вложить в партнеров, может быть, в капитальные вложения. И опять же, понимая на этапе еще планирования, сейчас я делаю бюджет и вижу, что у меня дефицит в сентябре, так я своевременно поставлю вопрос о том, а где мы эти деньги возьмем, будь то кредитование, либо партнерах, и мы спокойно подготовим отчетность, проведем переговоры, а не будем хвататься за первое предложение, которое, как правило, втридорог. Давайте посмотрим, а как же строится бюджет движения денежных средств? Самые большие заблуждения, которые встречаю, занимаясь вот со специалистами, это то, что фактически бюджет движения денежных средств равен, говорят, БДДС равен БДРу, то есть бюджету доходов и расходов. Это не так. Давайте разберем, почему. И посмотрите, я для примера подготовила одну задачку. Мы решаем ее со слушателями на курсе «Основы управленческого учета бюджетирования». Сейчас поясню, что вы видите. Давайте представим, как у нас составлялся бюджет продаж. Сначала был план продаж. И вот я его составила. Есть некая компания, которая производит рекламную продукцию. И так, мне надо вот здесь поджать, поняла. Так, сейчас расширю, чтобы вот так все было видно. И сюда побольше можно, да? Вот так. Посмотрите, пожалуйста, есть штуки. Компания производит футболки, кружки, магниты, кепки, календари. Это сувенирная продукция. То есть, ну, они берут простую футболку, нанесли на нее логотип, стала футболка корпоративная, с корпоративной символикой. То есть, компания занимается производством рекламной продукции. И посмотрите, продажники дали план продаж в штуках. И мы видим, 163 тысячи единиц планирует компания продать. Соответственно, отдел аналитики, плановый экономический отдел, дает план по отпускной цене на продукцию, когда что будет стоить, и бюджет продаж мы получили, ну вот можете посмотреть формулу, произведение. Все понимают, что это штуки умножить на цена. Так вот, посмотрите, пожалуйста, когда мы формируем БДР, то что такое наши доходы? Это наша отгрузка. Соответственно, если мы эти штуки продали, то это наш доход. Но не забываем, что большинство предприятий у нас работает с таким налогом, как НДС, налог на добавленную стоимость, который входит в цену, но не является нашим доходом. Поэтому БДР это у нас, ну посмотрите, здесь я рассчитываю НДС, и, соответственно, в БДРе, посмотрите, у меня будет формула, наша выручка равна бюджет продаж минус НДС. Это наш доход, это насколько мы отгрузили. Но когда мы составляем БДДС, бюджет движения денежных средств, означает ли, что мы все эти деньги получили? Нет, потому что у любой современной компании есть такое понятие, как условия оплаты. Компания может брать как авансы у своих покупателей, получая предоплаты, так может давать отсрочки платежа, как полные, так различные процентные соотношения, там, например, 50% предоплаты, там 20% отсрочка платежа и так далее. Соответственно, получается, что если, несмотря на то, что в моем БДРе есть некая сумма выручки, ну, предположим, вот в феврале стоит 2 миллиона 351 тысяча. Это не означает, что я эти деньги получу, если у меня есть отсрочки платежа. Согласны? Да. Но, и опять же, на БДР ссылаться некорректно. Ведь получаю я деньги вместе с НДС. Да, это не мои деньги, но я могу их платить, осуществлять ими платеж. Поэтому посмотрите, первое отличие у нас БДР от БДДС
БДР идет без НДС. БДДС, то есть бюджет движения денежных, с НДС, так как мы эти деньги получаем и мы их платим. Второе отличие. БДР, то есть бюджет доходов и расходов, это факт отгрузки. Мы отгрузили что-либо, ну, либо подписали акты на работу, на выполненные услуги. А БДДС – это полученные деньги. И то, что мы с вами отгрузили товар, не означает, что мы прямо сегодня эти деньги получили. Ну, пожалуй, за исключением случая, если я стою тут со сковородкой на заказ, пеку блинчики. Мне один блинчик я отдала, у меня наличными рассчитались. Тогда да. Моя отгрузка равна получаемым деньгам. Но как только мы говорим даже о малом бизнесе, то есть если я не просто блинчики пеку одна в едином лице, то всегда будет разница, всегда будут, говорю, как авансы, отсрочки и так далее. То же самое касается других строк. Но предположим, бюджет производства, ну здесь он у меня составлен, и опять же, бюджет производства – это затраты на произведенную продукцию. И бюджет производства не равен нашим расходам. Ведь почему? То, что мы произвели, мы не все отгрузили. Что-то у нас осталось на складе. У нас незавершенное производство, есть разные стадии подготовки. Наши расходы – это только то, что мы отгрузили. Поэтому бюджет производства не равен БДР. Но как быть БДДС с нашими платежами? А опять же, он не равен ни бюджету производства, ни БДРу. Почему? Потому что есть опять условия закупки, оплаты нашим поставщикам. Сырье я могу покупать по предоплате, а вот коммунальные услуги, такие как электроэнергия, предположим, оплачивать постфактум. Закончился месяц, мы дали данные там счетчик или другие показатели, мне энергетическая компания выставила счет, и я его оплачиваю. То есть по факту выставления акта, то есть у меня расход уже есть, оплачиваю я потом. Поэтому, коллеги, если говорить о правилах формирования БДДС, бюджета движения денежных средств, то БДР, бюджет доходов и расходов, даже туда не смотрите. Он никогда не совпадет. Потому что в бюджете доходов и расходов у нас действительно наши доходы, то есть отгрузка и наши расходы, опять же, привязанные к нашей отгрузке, то БДДС – это реально приходящие деньги, которые могут приходить как раньше, так и позже, и платежи наши могут идти так раньше, так и позже. И вот на примере нашей задачи мы сейчас с вами составим, я покажу, как составляется БДДС, но посмотрите, бюджет движения денежных средств, и вот мне нужно рассчитать поступление в выручку. Только что мы с вами выяснили, что я не могу видеть БДР, поскольку там у меня без НДС. Я не могу идти в бюджет продаж. Да, у меня там есть цифра с НДС, но мне нужно посмотреть, а каковы условия оплаты. Поэтому для составления бюджета движения денежных средств всегда необходимы специальные бюджеты. Что такое специальный бюджет? Мы с вами знаем, есть бюджет операционный. Это те бюджеты, за которые отвечают руководители центров финансовой ответственности, либо центров финансового учета. Есть у нас вспомогательные, за которые не отвечают, но никто не отвечает, но они являются частью нашей деятельности. Например, бюджет капитальных вложений. Мы планируем закупить основные средства. У нас нет отдела по закупке основных средств. Это разовая акция. Это вспомогательный бюджет. А есть как раз-таки специальные бюджеты. Это исключительно расчетные бюджеты. Математически. Это вот вспомните, как на сдавали экзамен по математике. Есть чистовик, где мы пишем, а есть черновик, где мы делаем вспомогательные расчеты. Так вот, специальные бюджеты – это и есть те самые расчеты. И зачастую они называются именно не бюджет, а расчет чего-либо. Так вот, в нашем случае, посмотрите, чтобы заполнить такой специальный бюджет, я вот привела наши условия. Посмотрите. Условия оплаты покупателей. То есть наши покупатели оплачивают нам продукцию. 50% предоплата, 30% отсрочка платежа 1 месяц и 20% отсрочка платежа 2 месяца. То есть наши деньги, наша выручка, которая в этом месяце состоялась, мы будем получать 3 месяца. Поэтому прежде чем заполнить строку «выручка» в своем бюджете движения денежных средств, я буду апеллировать операционный бюджет плюс эти условия оплаты. И посмотрите. Для расчетов я подготовила вот такую табличку. Здесь у меня месяцы, а здесь я по вертикали выделила денежные потоки. Но зеленым это я закрашиваю то, что в условиях дано. То есть понятно, что я не рассчитала, а это уже дано мне, я отдельным цветом. И вот у меня есть 50,
30-20. Соответственно, чтобы посчитать, а какие суммы ко мне придут, так как у меня написано, что 50% предоплата, то есть она предшествует отгрузке, это означает, что я в режиме онлайн, то есть в месяц получаю 50% отгруженных товаров. С НДС я получаю. Поэтому у меня будет формула равно наши 50%, я умножу, и иду я не на БДР. А и так как там без НДС, а иду на операционный бюджет, то есть на бюджет продаж, и нахожу там цифру, которая у меня с НДС, как где еще НДС не вычитала. Это та сумма, которую мы получили в режиме онлайн, то есть месяц в месяц. Далее у меня по условию на 30% мы даем отсрочку платежа 1 месяц. То есть получается, 30% январской выручки я получу в феврале. Ну тут в задачке, так как там производственный процесс, они в январе ничего не отгружают. Они стартап в январе только запускают производство, а первая отгрузка в феврале. Но я продолжу. То есть следующую строчку я заполняю спустя месяц. У меня получается равно 30% умножить, но в феврале я по-прежнему ссылаюсь на январскую выручку. То есть у меня фактически выстраивается вот такая лесенка. Но у меня лесенка почему? Потому что стартап. На самом деле я в январе бы получала 30% за отгрузки декабря предыдущего года. Да, то есть мы должны перенести с предыдущего. Но так как в моей задачке стартап, то есть деятельность только началась, поэтому 30% потока нет. И 20% поток, так как отсрочка 2 месяца, то есть 20% от январской выручки я получу в марте. Тогда получается, что я равно 20% и снова иду на бюджет продаж, умножая на нашу отгрузку. Посмотрите, пожалуйста, всегда рекомендую, если у вас есть отсрочки платежа, затрагивать периоды, выходящие за период бюджетирования. Ну, например, здесь везде бюджет строится с января по январь, но посмотрите, я заполнила и февраль, и март. Почему я заполнила? Потому что для контроля. Всегда прошу специалистов, говорю, для самоконтроля. Потому что, знаете, когда уже баланс составляешь, а он не идет, найти ошибку очень тяжело бывает. А если у вас есть возможность проконтролировать цифру, лучше делать это сразу. Я же понимаю, что я всю выручку должна получить. И поэтому я продлила по условиям оплаты дальше. Для чего? Чтобы свериться. Да, отгружаю я на 41 300, и вот в специальном бюджете я получаю, ну сейчас вот право подвинусь, те же самые 41 300. То есть да, я все деньги получу, но два денежных потока на общую сумму здесь 3 миллиона 122 тысячи у меня будет за периодом бюджетирования. То есть на окончание бюджета это будет дебиторская задолженность покупателей. То есть я денег по сравнению с выручкой получу меньше на вот эти два потока. Потому что у нас отсрочка 2 месяца. Ну, тут, понимаете, бюджет весь с января по январь идет. Поэтому февраль-март на 2 месяца. Тут 13 месяцев бюджетирования мы делали. И, соответственно, вот теперь, когда я буду делать БДДС, вносить суммы в бюджет движения денежных средств, я буду брать не с операционного бюджета, не с бюджета продаж, не с БДР бюджета доходов и расходов, а из специального бюджета, из того места, где я учла все вот эти возможные потоки. Поэтому, когда у меня БДДС идет выручка, я ссылаюсь именно на специальный бюджет, итоговую нашу строчку. При этом посмотрите, пожалуйста, если с расчетами, как правило, все ясно и понятно, то очень часто слушатели, которые уже, как я говорю, набили руку, то есть достаточно много этим занимаются, говорят, вот, а зачем мне делать 3 различные строчки? Я профессионал, я могу. Например, в июне мы с вами понимаем, что мы получаем 50% июня, 30 мая, 20 апреля. Да? И они одной формулой говорят, я одной формулой, я профессионал напишу. Здорово, что вы профессионал. Но, ребята, не забывайте, что этот бюджет ваша задача не только составить, но и потом исполнять, контролировать. И вот посмотрите, у меня в июне сейчас должно прийти 2775. А давайте представим, пришло 2500. Понимаем, на 275 тысяч меньше. Вот я делаю планфактный анализ, говорю, недополучили. Что делать? Почему недополучили? Говорят, а какая разница?
Нет, ребята, разница большая. Коммерческий директор отмахивается, генеральный причин. Да, вот 275 не получили, в следующем месяце вот у нас план побольше, продадим. Нет, ребята, не закроют эти 275. Потому что если это первый поток, не пришел 275, это тогда у меня в августе не будет 30% от этой суммы, а в сентябре не будет 20% от этой суммы. И увеличение потока в июле единоразовое не спасет ситуацию. А если не пришел второй поток, то есть если не пришел первый поток, это означает зона ответственности отдела продаж. Нужно с продажами работать, ну, придавать им ускорение, там, нотации, пряники, кнуты, в зависимости у кого какая система мотивации. А если нет денег со второго или третьего потока, это означает, что наши покупатели допускают просрочку платежа. И нужно срочно ставить в известность юридическую службу, либо службу экономической безопасности, опять же, в зависимости от структуры предприятия. Поэтому очень важно разделить это на потоки. Ну, ребята, учитывая, что у нас 40 минут всего на семинар, я-то тремя строчками посчитала. В жизни специальный бюджет по расчету поступлений будет намного больше. Почему? Это в моей задачке для всех покупателей единые условия оплаты. А в жизни посмотрите, как будет. По типам покупателей. Предположим, у вас есть ваши дилеры. У них у вас одни условия оплаты. Скажем, как раз таки вот будет 50-30-20. Для оптовиков 50 на 50. Для розницы 100% предоплата. А может быть, еще есть некие индивидуальные, знаете, договоренности по договорам. Тогда вот сколько видов у вас оплаты, столько у вас, ну, у меня вот три строчки, а у вас эти три строчки будут идти столько раз по типам покупателей. Иногда бывает, что с одним из крупнейших покупателей, учитывая, что он выбирает значительные объемы, исторически сложилось, что у них особые условия оплаты. Значит, придется его считать отдельно. И поверьте мне, эта работа себя окупит. Это позволит только вот такой расчет выстраивания вот этих лесенок. Но у меня отсрочки, поэтому лесенка вправо пошла. Если вы получаете аванс, а есть счастливые предприятия, которые получают аванс от покупателей, то вам нужно лесенку влево строить. Соответственно, за январскую отгрузку вам придут еще в ноябре, да, за, соответственно, февральскую в декабре и так далее. И это тоже тогда нужно отобразить, что денежки вам приходят. А в январе я уже получаю за мартовскую, предположим. Вот эти все лесенки важно отобразить. Только тогда вы получите реально получаемые суммы денег. Я имею в виду запланированное к получению. Соответственно, коллеги, та же самая история происходит, когда мы говорим о наших платежах. Ну, например, следующей строкой в ПТДС у меня идет оплата поставщикам прямых материалов. И я снова, у меня есть бюджет производства, есть бюджет закупки материалов, то, что мы закупаем некой. Почему не может быть равна бюджету производства? Бюджет производства – это списываемые в производство материалы. А откуда они были списаны? Сразу от поставщика. Со склада. Они сначала появились на складе. Поэтому обязательно должен быть бюджет закупки материалов. Ведь мы с вами зачастую закупаем некими транспортными нормами. Оплачиваем сразу партию, а не по килограмму там или по штуке берем. Второй момент. Есть такое понятие, как логистика. Например, я закупаю из Китая материалы, они ехать будут месяц. Соответственно, прежде чем я закупаю за месяц, до момента производства. И третий момент, то есть первый момент – это транспортные нормы, которые позволяют нам получать скидки, которые позволяют оптимизировать расходы. Второй момент – это срок логистики, за который мы закупаем. Одно дело, я в соседнем подъезде закупаю, сколько мне нужно, ну, пеку я блинчики, и вот в магазин через дорогу бегаю за мукой. А совсем другое, если я везу издалека, а это таможня еще и прочее, это все время. И третий момент – это условия оплаты нашим поставщикам. Они могут опять же давать нам как отсрочки платежа, так и просить авансы. Поэтому прежде чем понимать, а какие деньги я заплачу своим поставщикам, я не могу ссылаться на бюджет производства, поскольку там, говорю, логистика и транспортные нормы, я не могу ссылаться на бюджет закупки материалов, потому что там нет условий оплаты, это отгрузка, то есть сколько к нам отгружено, стало нашими. И ни в коем случае не могу ссылаться на БДР, потому что там себестоимость это отгруженное, а не закупленное сырье. Поэтому я беру бюджет закупки материалов
и корректирую его, то есть сколько нам отгружено, корректирую на условия оплаты. Опять абсолютно правильно. Поэтому посмотрите, пожалуйста, если вернуться к нашему специальному бюджету, то вот у меня, посмотрите, в условия, что есть. Условия оплаты поставщикам. За футболки и кружки, то есть два вида продукции, 100% предоплата. Магниты и кепки 50 на 50 с отсрочкой платежа 1 месяц. Календари 20% предоплата, 80% отсрочка платежа 2 месяца. И вот у меня снова появился специальный бюджет. Я говорю, зачастую специальный бюджет, это так называется расчет. Расчет сумм платежей поставщикам прямых материалов. То есть я наш бюджет закупки буду корректировать на данные условия оплаты. И вот мне известно, что футболки, кружки по 100%. Поэтому их я могу перенести в полном объеме. Перехожу на бюджет закупки материалов, смотрю прямые материалы и сколько есть, столько и умножаю. Но это только два наименования мы оплачиваем в момент отгрузки нам полностью. А вот далее читаю, магниты и кепки 50 на 50. Поэтому, как раньше в выручке, мне придется на магниты сделать две строчки. 50 на 50, 50% от отгрузки я буду платить в этот же месяц, а 50 в следующем. И аналогично с кепками. Поэтому мне придется теперь равно 50%. И я умножаю на январскую отгрузку данного наименования, то есть магнитов. Ну, они у нас тут в январе не отгружаются, а только с июля сезонная продукция. А вот вторые 50 я начинаю заполнять с февраля. То есть у меня будет лесенка, как в выручке, на месяц позднее. Равно 50%. И я умножаю снова на январь. Так, январь, магниты. И так как у нас отсрочка платежа, я снова захвачу один лишний месяц. Платежи 50 на 50 проверять достаточно легко. У нас, видите, наискосок одинаковые суммы. То есть, ну, вот если я посмотрю в закупках материалов, у меня первая отгрузка 81 тысяча нам отгрузили, то я вижу, что оплачиваем мы 40, 645 в одном месяце, 40, ну, как раз по половине. Аналогичная ситуация у меня с кепками. 50%. Я плачу сразу по условиям задачи кепки января, а вторые 50 на месяц позднее. Значит, эту строчку я заполняю с февраля. Коллеги, напоминаю, это у меня стартап. Если у нас продолжающаяся деятельность, то я должна в январе рассчитываться за сырье, которое мне в декабре было уже отгружено, уже получено нами, вполне возможно, уже использовано. Равно 50%. Умножить, и снова я беру январские кепки. И аналогично поступаю с нашими платежами, которые... Так, что-то я не то сделала. А, не закрепила. Все. Думаю, какие-то цифры должны были все... Ага, наискосочек есть. 101, 101, 69, 69. Соответственно, когда по календарям снова 20% ставку я фиксирую сразу, мы оплачиваем, сколько бы ни было отгрузки, а на 80% у нас 2 месяца. Поэтому за январскую отгрузку я платила бы в марте. Равно 80%. Умножить на бюджет закупки материалов, не производство, а закупки материалов и календари. И снова, коллеги, призываю, продолжайте свои формулы за период бюджетирования для того, чтобы иметь возможность сверяться. Видите, у меня здесь получилось сейчас всего 13 240. Это столько же, сколько у меня и закуплено прямых материалов. Но я их закупила до января включительно. А деньги я рассчитала, посмотрите, еще февраль-март, так как у меня есть отсрочки платежа на 2 месяца. Так вот, две вот этих суммы на общую сумму 158 839, это при составлении баланса будет моя кредиторская задолженность. То есть я буду должна нашим поставщикам на конец января, ну в данной задаче это конец периода бюджетирования. И, соответственно, когда я теперь в БДДС переношу сумму, а какая она мне нужна для оплаты сырья, я беру. Не с производства, не с закупок,
не с бюджета доходов, расходов, а из специального бюджета, который специально подготовлен для того, чтобы просчитать фактически уплачиваемые суммы. Поэтому поставщикам прямых материалов я иду в специальный бюджет и ссылаюсь уже снова на итоговую нашу сумму. Посмотрите, пожалуйста, что вот еще из интересного. При этом у вас могут быть строчки, которые, ну вот по условиям вашей хозяйственной деятельности, вы оплачиваете в режиме онлайн, ну некие мелочевки. Ну, например, едут ваши машины на ТО, и, соответственно, с договором с вашим, ну, обслуживающей станцией вы должны платить сразу. То есть расход оплачивается, он и возникает в этом месяце, и оплачивается сразу. Вот в нашей задачке такое с вспомогательными материалами, потому что они у нас, вспомогательные материалы, сейчас найду, вот эта краска для принтера, оплачиваются немедленно, доставка день в день. Ну, как раз таки, образно говоря, в соседнем подъезде закупаем и сразу платим, оплачиваем. Тогда, чтобы мне в своем БДДСе заполнить строчку, а сколько я плачу, поставщика вспомогательных материалов, мне не нужно производить это смещение, ведь сколько нам отгрузили, столько мы оплачиваем. Я могу сослаться сразу на бюджет закупки материалов без смещений. То есть вот у меня бюджет закупки вспомогательных материалов, и я ссылаюсь на нашу итоговую строчку. Далее, ребят, я строчки буду выборочно заполнять. Посмотрите, поставщикам электроэнергии. Вот здесь в задаче, да, в бюджете производства, это переменный показатель, есть значение, сколько тратится электроэнергии на каждую штучку, поэтому в бюджете производства есть бюджет электроэнергии, где, собственно говоря, по ставкам рассчитано, что суммарно за год компания, вот 1 141 000, и есть помесячные суммы. Но по условию и эти цифры пошли в бюджет производства, то есть в себестоимость продукции. Но по условию у нас есть, что электроэнергия для оборудования оплачивается в следующем месяце. То есть месяц закончился, нам выставили акт, и мы оплачиваем. То есть у нас за январь мы будем платить в феврале, за февраль в марте, ну и так далее. Опять же, если хочется, можно специально бюджеты составить, сославшись. Ну, мне, например, сподручнее уж перенести на месяц, я могу и без специальных бюджетов. Поэтому, когда я заполняю оплату электроэнергии, я начинаю заполнять с февраля. Опять же, если это была продолжающаяся деятельность, то в январе я платила бы за декабрь. Да, абсолютно правильно. То есть в феврале... Накладные офисные расходы на электроэнергию. Ну, здесь производственная именно эта электроэнергия. Накладные там у них, ниже у меня коммунальных услуг, там у них отопление, освещение, все вот в этой задачке конкретно. Соответственно, это производственное оборудование работало. Соответственно, равно я перехожу на бюджет производства и ссылаюсь на январь. То есть в феврале плачу за январь. Ну и так далее. Как правило, таких платежей у нас вот как раз-таки многие накладные расходы, вот офисный фактор, они платятся позднее. При этом посмотрите, пожалуйста, среди накладных расходов могут быть и, вот я дальше продолжать пример не буду, там коммунальные, они также там, бухуслуги, это у компании аутсорсинг, они оплачиваются фактом в следующем месяце. То есть везде была формула, что в феврале равно январь. Но при этом у вас могут быть услуги, по которым вы делаете предоплату. Зачастую за аренду мы платим заранее. Бывает за услуги связи, опять же, делаем некую предоплату фиксированно, потом по акту доплачиваем, ну и так далее. Вот в этой задачке, здесь посмотрите, пожалуйста, по условию есть такой интересный платеж за аренду. Когда она оплачивается в каждом первом месяце квартала, за текущий квартал. То есть я в январе плачу за 3 месяца, в апреле за 3 месяца, то есть оплачиваю квартал сразу. Если с точки зрения расходов, то есть суммы, которые мы можем принять в расходы, которые у меня будут, это аренда производственного помещения, в бюджете производства у меня расход указан 50 тысяч, сейчас найду аренду, вот у меня аренда 50 тысяч, она ежемесячна, потому что акт мне дает на 50 тысяч. И сумма, которая вошла в бюджет производства, в себестоимость, это 50. Но платить-то мне надо.
За 3 месяца. Поэтому посмотрите, в этом случае в ПДДС, опять же, либо можно сделать специальный бюджет, либо можно в том же ПДДС применять функцию суммы. Но посмотрите, если я понимаю, что это у меня периодический платеж, и в январе я плачу за 3 месяца вперед, то я делаю равно сумма, то есть говорю, просуммирую Excel, перехожу на бюджет производства и выделяю одновременно так, аренда 3 месяца. То есть я выделила сейчас январь, февраль, март. Я говорю, я в январе заплатила. Почему важно это связать формулой? Потому что если у меня поменяются исходные данные, чтобы какие бы у меня данные здесь не были по акту, заплатить я должна сумму за 3 месяца. И посмотрите, вот такие периодические платежи, они достаточно легко, между прочим, копируются. В зависимости от того, какой период у вас составляет, ну вот повтор, в нашем случае это раз в 3 месяца, я выделю сейчас 3 ячейки сразу, одну с формулы, 2 пустых, ну и как обычно, как я говорю, за хвостик потяну, и видите, каждый третий месяц у меня появились 150 тысяч. Но не думайте, что это одна и та же сумма. Это разные. Вот здесь у меня суммируется, видите, БД, то есть январь, февраль, март. Здесь у меня уже Excel абсолютно правильно суммирует ЕГ, то есть апрель, май, июнь. То есть формула будет абсолютно корректна, то есть он будет брать 3 месяца вперед. А иногда бывает, что есть периодические платежи, мы оплачиваем предыдущие месяцы. Ну, например, в этой задаче, приведу пример, налог на прибыль. Авансовый платеж мы делаем ежеквартальный. Но делаем какой? За предыдущие 3 месяца. То есть я в апреле сделаю авансовый платеж за первый квартал. То есть сколько бы у меня не было начислено за январь, февраль, март, я в апреле сейчас аккумулированную сумму заплачу. Поэтому, когда я буду заполнять эту строчку, так, вот у меня по оплате налога на прибыль, в этом примере мы платим его в апреле, но опять же, можно специально бюджет сделать, чтобы вот успеть в наше время, мы можем поставить здесь в апреле сумму, которая равна сумме предыдущих 3 месяцев. Если я в аренде складывала будущие 3 месяца, то здесь, посмотрите, я в апреле сделаю равно сумма, перехожу на БДР, где мы самый этот налог на прибыль посчитали, просуммирую налог на прибыль январь, февраль, март и, соответственно, в апреле заплачу платеж за 3 месяца. И так же, как я копировала аренду, но тогда я выделила функцию с формулой и 2 пустые, то здесь у меня 2 пустые предшествуют. Да, я выделяю 2 пустые и свою, и копирую, и Excel абсолютно корректно мне рассчитает сумму, то есть просуммирует 3 месяца. Сколько начислено, столько мы авансовый платеж и сделаем. Ребята, на самом деле, вот абсолютно, я понимаю, что я упрощенно сейчас на пальцах, но логика будет касаться каждого платежа, который вы делаете. Вы смотрите его в операционном бюджете, а далее смотрите, а каковы условия оплаты либо поступлений. Единственное, на что хотела бы обратить внимание еще в нашем семинаре, это такая строка, как по оплате труда персоналу. Я не буду, так как это очень длинный вопрос, рассматривать там оплата больничных, выплата отпускных, там пособий возможных. Это очень, говорю, трудоемкий вопрос. Есть отдельный курс на 60 часов, поэтому. А если говорить о стандартной заработной плате за текущий месяц? Да, и посмотрите, пожалуйста. Да, у меня есть расходы в бюджете производства, но это зарплата вся, которая начислена. Но мы-то ее не выплачиваем всю в полном объеме. И опять же, ребят, если говорить об упрощенном, вот в нашем условии, посмотрите, условия выплаты на заработной платы 25 числа аванс в размере 40% от оклада, а 5 числа следующего месяца оставшаяся сумма оклада плюс премиальный. Ну, понятно, сейчас нам сказали, мы 2 раза должны платить зарплату. Ну, вот здесь в задачке так упрощенно. То есть, понимаете, в текущем месяце у меня получат 40% от оклада, несмотря на то, что начислено все, а оставшуюся сумму потом. Но с зарплатой, опять же, есть какие нюансы.
У нас очень много зарплатных налогов всевозможных. И опять же говорю, так как задачка упрощенная, вот для понимания, для показания структуры, посмотрите, здесь есть бюджет оплаты труда, где рассчитана полностью начисляемая сумма. Отдельно рассчитан НДФЛ, который в сумме 13%, который входит в эту сумму. Почему? Потому что мы будем его удерживать, перечислять как раз-таки ну, бюджетные и внебюджетные фонды, а наши сотрудники должны на руки получить сумму меньше. Есть расчет отдельный ИСН, это тот, который мы должны уже сверху, как работодатель, начислить и уплатить. Поэтому посмотрите. Первый момент, который я должна сейчас понимать, что я с начисляемой суммы должна заплатить аванс в размере 40%. Но плачу, так как я не знаю, чем закончится месяц, только с оклада, то есть постоянной части, потому что я не знаю, какая будет переменная. И у меня, посмотрите, по строчкам разбито. Есть рабочая постоянная часть, там рабочая переменная, премиальная, управляющий там персонал постоянный, управляющая переменная, их часть. Соответственно, 40% буду платить аванс только с постоянной части. Тогда посмотрите, хочу я того или нет, мне сумму денежных средств нужно для выплаты заработной платы взять неоткуда. Мне опять нужен специальный бюджет, нужно рассчитывать. И посмотрите, вот я в специальном бюджете для нашего примера привела расчет суммы на выплату заработной платы. И вот у меня есть аванс 40%, я его сейчас рассчитаю, 40% от постоянной. Поэтому равно 40% умножить. Далее я открою скобку. Перехожу на бюджет оплаты труда и выбираю только постоянную заработную плату. В моем случае это вот будет третья строка плюс пятая. И далее я могу копировать. Но так как там 150 тысяч постоянная зарплата, то получится, что ежемесячно у нас 50% не зафиксировала. 60 тысяч ежемесячно мы должны платить, тратить на аванс. А вот когда встает вопрос, а сколько я же должна выплатить в феврале, то есть когда я плачу зарплату, то посмотрите, пожалуйста, я должна с начисленной суммы удержать начисленный НДФЛ, так как я его удерживаю, буду перечислять, и вычесть ранее выплаченный аванс. Ведь мы же аванс уже выплатили за этот месяц. Поэтому посмотрите, когда я считаю, сколько в феврале за мной осталось, я равно бюджет оплаты труда начисленные суммы. Теперь мне нужно удержать НДФЛ минус сумма, ну она у меня вот тут вместе, 4 строчки. Я удерживаю и минус ранее выплаченный аванс. Я возвращаюсь на свой специальный бюджет и выделю аванс не текущего месяца, февральский, а тот, который я в январе заплатила. И только после этого я уже могу копировать. То есть у меня будет два потока. На самом деле аналогичны вот такие таблички. У вас должны появиться. Есть график отпусков, соответственно, отпускной у нас платится заранее. Не за тот период, когда... Да. Соответственно, аванс выплаты. Мы должны составить график выплаты. Соответственно, у вас будет расчет сумм на выплату отпускных. Опять же... Понятно, мы не знаем, когда у нас будут больничные, но мы берем статистику, то есть какое в среднем количество людей у нас на больничном, эти суммы тоже нужно предусмотреть. Если у вас предусмотрены социальные выплаты, ну, бывает материальная помощь, там, к дням рождения там иногда бывает. То есть все, что у вас предусмотрено, опять же, вы должны посмотреть, что платится до, что после, как это варьируется, и все это рассчитать. И только после этого итоговую строчку вы можете перенести в ПДДС. И тогда в ПДДС у меня будет там, где по оплате труда персоналу я снова иду на наши расчеты, а не на операционные бюджеты, и эту сумму переношу. Коллеги, вот такой на первый взгляд простой пример, объясняющий особенности. И вы знаете, постаралась коротко зафиксировать в нашей презентации, назвала это сухой остаток семинара. Что первые два правила, которые нужно запомнить, ребята, что бюджет движения денежных средств никогда не равен бюджету доходов и расходов, как некоторые пытаются копировать, ну мы же получим наши доходы, заплатим наши расходы, это не так.
И причины я назвала. Это и разница в налогообложении, и разница в оплатах, поступлениях, в условиях. И бюджеты движения денежных средств не равны операционным бюджетам. Опять же, по ряду причин. И когда мы говорим, а чему же равен БДДС, хотите вы того или нет, вам придется делать десятки вот таких вспомогательных таблиц. Это все наши операционные бюджеты обязательно скорректированные на условия оплаты по договорам, которые работают в конкретном предприятии. Условия выплаты заработной платы, оплаты поставщикам, оплаты арендных платежей, коммунальных платежей. У каждого предприятия десятки хозяйственных договоров. Так вот, считается, ну, что финансисты себе, юристы себе. Нет, ребята. Вот как раз-таки, чтобы составить БДДС, нам нужны условия со всех этих договоров. Часто аналитики говорят, а мы не знаем, кому мы продадим. Ребята, не обязательно знать, кто это будет. ИП Иванов или ИП Сидоров, кому вы будете продавать. Есть условия оплаты, которые разработаны, являются типичными для вашей компании. Вот их и считаем. Второй момент. Очень часто слушатели такой вопрос задают. А вот да, мы считаем, а у нас вот потом ну, задерживают оплату, то есть просрочки есть, то есть просроченная дебиторская задолженность. Ребята, если у вас по статистике это есть, и вы это допускаете, то есть, не, то есть ну, специфика деятельности такая, то сначала постройте БДДС как должно быть и тут же его скорректируйте на возможные нарушения. Потому что вы же ведь, наша задача закончить БДДС чем? Расчетом сумм, которые у нас остатки будут. Ну, в моем примере, так как не все внесено, сейчас давайте посмотрим. Ну, здесь, видите, вот у меня сейчас есть кассовые разрывы. То есть, а если будут отсрочки, то есть не все деньги придут от покупателей, то они еще больше. То есть мне сейчас нужно думать, а чем я буду их закрывать. Поэтому если у вас есть такое понятие, ну, говорят, неделя отсрочки это нормально у нас, тогда сразу смещайте БДДС на эту неделю. Потому что иначе вы запланировали платеж, а у вас реальных денег не откажется. И не окажется, и придется вот, ну, будут те ужастики, которые в начале занятия сказала. Не выплатили там зарплату, налоги и побежали с протянутой рукой на повышенных процентах привлекать денежные средства. Коллеги, к сожалению, на этом наш семинар, вот короткий такой, подошел к концу. Осталось самое интересное, ответы на вопросы, которые у вас, возможно, возникли. Те, кто в аудитории, могут задавать, соответственно, те, кто вот по ту сторону экрана. Так, уже пишут вопросы. Можно, момент, можно ли как-то получить просмотренные в вебинаре файлы? Коллеги, посмотрите, пожалуйста, как правило, вебинар после проверки нашим отделом качества, который, ну вот, проверяет, чтобы все было в порядке записи, обычно это занимает неделя-две, они появляются на нашем сайте в рубрике «Бесплатные вебинары». И посмотрите, пожалуйста, сейчас покажу, как их можно найти. Ну, я тогда сейчас немножечко с другого. Если вы заходите на наш сайт, то либо можно искать вебинары, а можно, посмотрите, пожалуйста, вот внизу найти, если вы именно этот хотите найти, у нас есть наши преподаватели. Соответственно, моя фамилия Казакова, соответственно, на букву «К». Зайти на страничку преподавателя, и вот есть рубрика «Видео». Все семинары, которые ввел преподаватель, они здесь есть. Вот здесь, ну, вот все, видите, есть расчет себестоимости, SVP-анализ, косвенным методом строили отчет о движении денежных средств. И я думаю, что через пару недель, ну, уходит время вот на организационные моменты, тогда наша запись, то есть все то, что мы с вами рассказывали, она добавится. Поэтому про Excel. Нет, Excel мы готовим на курсе «Основы управленческого учета и бюджетирования». Посмотрите, пожалуйста, то есть вот все, что я сейчас коротко рассказала, от и до, от начала до конца, от условий, от построения всех и плана продаж, операционных бюджетов, вспомогательных, мы делаем на курсе, который называется «Основы управленческого учета и бюджетирования». Это вот, опять же, информация с нашего сайта. Курс достаточно популярный, можно посмотреть как его программу. И вот тот блок, который мы с вами рассказывали, это вот и есть построение, планирование денежных средств. И вот достаточно такой большой блок, мы все это делаем.
Курс у нас идет, вот можно посмотреть расписание, посмотрите и ежедневно, утро, день, и по вечерам, и по субботам, и по воскресеньям, и через день, и каждый день. То есть, как вы видите, курс достаточно популярный во всех комплексах, потому что вот опять же можно белорусская, тут бауманская. То есть, посмотрите, я думаю, расписание найдете. Давайте еще вот по существу вопросы, какие есть, ребят. Если на предприятии, вы говорите, бюджет, как бы плановый бюджет доходов, БДС делается, но есть определенные условия оплаты поставщикам, конкретным поставщикам, а вы говорите, вот я поняла, что вы определитесь сначала на предприятии условия оплаты, и вы это включаете. Ну, это как бы а, смотрите, это я... Кто вам сказал нереально? Реально. Это нужно делать, иначе та цифра, которую вы не рассчитаете. Разные договоры и разные условия оплаты. Ребят, вы знаете, это я сейчас для упрощения, для показа. Я показала только логику, что мы сумму умножаем на вот наши виды платежей. В жизни это делается формулой ВПР, чтобы вам не делать это вручную. У меня есть перечень поставщиков с их договорами, есть перечень условий оплаты, и я фактически беру сумму ВПР. Я в одной ячейке ввела длинную формулу, которая будет с ВПРом, с поиском позиции, то есть найти этого поставщика в таблицу условий, найти сумму в операционном, перемножить. Она длинная. Но ведь у нас не курс Excel, я читаю, я не стала ее длинную, я показала суть. И это несложно. Да, у вас будет, у меня 3 строки было, у вас будет их 1103. Но формула одна и та же. Вы одну ввели, дали вправо, вниз, скопировали. Просто как грубо, вот это как грубо. Это грубые условия, если нет, мы хотим продать, и мы просто определяем условия продажи, условия оплаты. Да. Просто грубо определяем условия оплаты, да. Как хотим. Да. Для того, чтобы нам получить определенную... А по-другому не так. Если, ребята, если вы это не запланируете, вы знаете, что почему высокий процент бизнесов зачастую разоряется в первый год? Вот как раз-таки по причине неграмотно составленного ДС. Не являясь финансистами, будущие собственники, акционеры, есть бизнес-идея. Слушай, я знаю, вот тут можно по дешевке брать, вот тут продавать. Да, посчитали, по 100 берем, по 150 продаем, классно. Но чего не учли? Они считают, что им денег хватит. Говорят, посчитали, сколько нам нужно запустить, там вот 1 миллион. Запустили, но начали работать, ну, чтобы привлечь покупателей, отбить от конкурентов, отсрочки платежа. И 3 месяца поработали, да, прибыль у них колоссальная. Но денег дальше нет закупать, а покупатели еще не заплатили. И бизнес разорился. А почему? Потому что они предусмотрели вот это. Либо, опять же, поставщики потребовали аванса. А они-то не считали, что будут платить аванс. Поэтому вот эти моменты, ребят, как бы не было это кропотливо, вплоть поименно по поставщикам, по покупателям. Но поверьте мне, это одна формула. Появится реестр покупателей с условиями оплаты, реестр поставщиков с условиями оплаты, и там, говорю, корректнее индекса 2 поиска позиций внутри. Мы в одной таблице ищем, умножаем на другую таблицу, но оно того стоит. Только так вы денежные потоки спланируете качественно. Иначе это, ну, картина маслом, которая ничего общего не будет иметь с действительностью. А вот корректировки бюджета, фактически, ну, практически все предприятия корректируют бюджет, исходя из фактически сложного. Ну, как вы считаете, как часто нужно это делать? Вы знаете, опять же, это определяется внутренней политикой предприятия. Посмотрите, пожалуйста, есть предприятие, ну, наш крупнейший первый эшелон, для того, чтобы внести изменения в бюджет, это такая сложная структура, иерархическое утверждение, его полгода только утверждают. Поэтому там тогда базовый утвержденный бюджет, он не меняется, а появляется новый бюджет корректировки. И когда я делаю план-фактный анализ, то я фактически утвержденный бюджет корректировки к нему получаю операционный бюджет, который нам нужно исполнять, поскольку процедура утверждения сложная. Если мы говорим о малом бизнесе, в котором принятие решения занимает там, ну, пара-тройка дней обсуждения, ну ты да я да мы с тобой, условно, я имею в виду финансовая группа, тогда корректировка происходит раз в месяц. То есть мы посмотрели, насколько у нас выполнен данный период и принимаем решение. Если у нас все по плану, то мы идем по плану, ничего не меняем. Но если я вижу, что я сейчас, у меня моя стратегическая, ну, вы понимаете, вот тот бюджет, который я вам сейчас показывала, он весь строился исключительно на предположении, что предприятие продаст вот 163 тысячи.
Если у меня прошел февраль, я вижу, что мы продали 5000, то есть мои предположения по спросу не оправдались, то надеяться дальше, что вдруг все срастется, мне нужно сейчас тогда отвечать, а вот с меньшей суммой мы выживем или нет? Или нужно, может быть, производить расширение ассортимента, искать новые рынки, чтобы я не потом по итогам года фиксировала, что мы в убытке, а чтобы я своевременно могла принять решение. Как правило, ну, классика – это раз в месяц. Есть предприятия, которые готовы делать промежуточное, там, либо подекадное, то есть каждое понедельное, и смотреть, где мы находимся, и это малые предприятия. Если говорить средний бизнес, квартальный, малый бизнес – помесячно. Смотрит факт, насколько мы движемся, и либо ускоряемся, либо можем даже запланировать более высокий показатель, если вот конъюнктура рынка благоволит нам. Вы знаете, существует вот в современных бизнес-реальности множество программ, которые позволяют автоматизировать процесс бюджетирования. Они есть достойные, есть, скажем, не очень. Но, коллеги, на что хочу обратить внимание, чтобы вы правильно понимали. Все достойные продукты – это не диск, который вы пошли купили за 600 рублей или там за 20 тысяч. Ничего, диски не покупайте, ничего с этим диском не сделайте. Он не будет вот к вашей реальности не иметь никакого отношения. Все продукты, которые можно и нужно внедрять, они разрабатываются под вас. Да, есть типовое решение, но приходят разработчики, составляют с вами техзадания. А вот для составления техзадания, поверьте мне, легче его составить, когда у вас есть модель в Excel. Вы показали, вот сейчас у меня вот это, но я устала это заполнять, и они на этих формах тогда сделают все правильно. Потому что объяснить словами, что откуда должно браться, куда идти, очень, ну, зачастую невозможно. И давайте понимать, что все приличные продукты, которые разрабатываются, внедряются под вас, их стоимость начиная с 3 миллионов. Поэтому, когда мы говорим о малом и среднем бизнесе, ведь всегда стоит вопрос окупить затраты. Если у меня посчитали, у меня всего за год прибыль-то 3 миллиона будет, то покупка продукта в Excel. Excel вообще на самом деле справляются с функцией бюджетирования до 300 работающих и до 1,5 миллиардов. Справляется, пожалуйста, на лапку бы можно переходить, то есть он тянет, так как это многопользовательская версия, это более популярная. Поэтому в Excel показываю, то что во всех остальных программных продуктах будет происходить то же самое. Но сейчас я вам показала, вот эту ячейку я умножила на эту, а программный продукт, я данные ввела, что тут 20%, оно само рассчитался. И не понимаешь, почему оно именно такое. Поэтому для наглядности, для примера, Excel более характерен. После Excel понятен любой продукт, потому что ты понимаешь, что наизнанке происходит. Коллеги, есть ли еще вопросы? Скажите, можно взять вот этот файл как базовый для составления платежного календаря в разных типах? Другое. Нужно другое. Посмотрите, пожалуйста, почему. Вот я сейчас вам показала, вот такой бюджет помесячный, типовой, мы строим на курсе как раз-таки основ управленческого учета бюджетирования, потому что нам важно понимать структуру доходов, расходов, денежных потоков. Но посмотрите, пожалуйста, когда у меня на остаток, на конец месяца есть положительная сумма, это не означает, что она у меня есть каждый отдельно взятый три месяца. Потому что, вы знаете, зачастую получается, что большая часть платежей приходится на первую часть месяца, зарплату заплати, налоги там и аренду, а выручка приходит постепенно. И, как правило, первая часть месяца, она более дефицитная, чем вторая. Поэтому, когда мы говорим о платежном календаре, то есть у нас курс такой замечательный, называется «Организация бюджетного контроля в Microsoft Excel». Там нам потребуются не только условия оплаты, а там уже конкретные даты оплат. Например, стоит у меня, что зарплата платится 5 числа, кредит, понимаете, я вношу уже конкретную дату. Если у меня есть кредитный договор, то у меня ведь есть четкие даты оплаты, я на год вперед их вношу. Уже не месяц оплаты, а конкретную дату, чтобы мои суммы в рамках месяца попали как поступления, так и платежи по конкретным дням. Это уже детализированная. Суть похожая, но там уже будут конкретные дни. Это более сложная, кропотливая работа. На базе Excel. Мы делаем все на базе Excel именно с целью обеспечения прозрачности, чтобы вводить формулы руками. Программные продукты готовы, они не позволяют формулы руками. Мы вот здесь ввели, и он нам сформировал. А почему сформировал?
вот почему так, пока не заглянешь наизнанку Excel, он позволяет, вот я слушаю, я говорю, своими ручками все сделать, и тогда мы понимаем, как это формируется. Если грохнется, то грохнется все. А? Если, ну, цель вообще-то тоже такой, с одной стороны, вроде как наглядно, а с другой стороны, если что-то там не пойдет не так, формулы сместятся, это все полетит вообще. Что значит сместятся? А вы на что? Ребята, ни в коем случае, там человек шел мимо, а дай-ка я бюджет в Excel сделаю. Это требует именно, мы финансисты, и мы, вы в 1С также нажмите в одном месте не ту цифру, галочку, и полетит все. Вот в аксессии я делала в свое время тоже бюджет. Ну, как-то лучше. Вот, это, кажется, лучше что... это кажется. Это кажется. Это дело привычки, исключительно привычки. И, ребята, усидчивости, внимательности. Ну, поэтому, ребята, знаете, занимаюсь бюджетированием в Excel уже более 20 лет, но всегда, может быть, заметили, проверяю себя на каждой строчке. Рассчитала? Проверь. Потому что искать ошибку, когда уже баланс не идет, уже поздно. И я всегда тогда протягиваю и делаю, а с чем я могу эту цифру сравнить, чтобы еще на этапе расчета увидеть, да, у меня вот этот кусочек посчитан правильно, я могу переносить. Посчитан правильно, могу переносить. То есть эти контрольные точки. Мы так контрольные точки тоже делали в Excel, просто каждому бюджету стояла отдельная ячейка, и если не равно нулю, ну, условно как-то делать. Да, проверка. Все, значит, она сигнализирует вам об этом, для, значит, нужно проверять. Это да, абсолютно правильно. Да. И защищайте. А когда сделан, да, тут же защищаем, чтобы да, никто... Коллеги, у нас начались дискуссии, у нас там, слушайте, тогда благодарю вас всех за участие в своем курсе, буду рада новым встречам, всего вам доброго и до новых встреч!